Очередное заседание Бобруйского исполкома началось не совсем обычно. Вместо цифр и докладов – презентация новой книги «Бобруйск в переплетении столетий». Автор – Александр Казак. На более чем 200 страницах истории современность города на Березине. Такая идея у создателя родилась еще в 2017-м. Но всякие причины мешали. Вот я правду сказал, пока не возглавил город Александр Викторович Студнев. А он как-то нас понял, и мы нашли понимание, и поддержку, и помощь. В книге синтез текста и фотографий. Главные герои – бобруйчане из самых разных эпох. На свет вышло уже порядка 500 экземпляров, но самый первый – для первого лица города. Спасибо огромное. На самом деле это настоящий труд. Я, откровенно сказать, ее смотрел, когда она еще версталась. Уверен, что каждый сегодня человек, который знает историю города, найдет еще новые страницы истории, про которые даже многие из нас не знали. И уверен, это будет настольная книга для горожан. Поэтому спасибо за этот труд, спасибо за вашу позицию на самом деле. И самое главное, вот искренность вот здесь, в этих лицах людей. «Бобруйск. Переплетение столетий» – первое издание подобного формата за последние 30-летия. По словам автора Александра Казака, идей еще много. Главное – воплотить их в жизнь. Максим Кембель, Андрей Богдан, «Бобруйск 360».